Оп. Это черепаха, слышишь? И не маленькая. Вон нырнула. Оп, вынырнула. О, опять вынырнула. Но она бодро плывет. Наверное, кролем, да? Оп. Быстро. Ух, как она плывет. Она большая, наверное. Или вытянулась так. Не хватает дна. Уже. А вон она, да? Смотри-ка. А не та ли это, да? Наверное, та. Нет, траву. Траву разных этих мелких там червяков. Они все живое едят, все, что меньше их. Я думаю. Ух, какая странная черепашка. Но это тоже красноухая. Видно вон красные эти отметки. Да. Спряталась. Что она ползет жестко? Рептилия, блин. Тут в прошлом году была такая интересная черепаха и ряска такая мелкая, зеленая. Я ее сфотал и фотографию назвал «Сержант Ковальский, мастер тренировки, этой маскировки, в смысле». Там вот так вот сидит и полностью в ряске, вот она полностью. Как будто ее и нету вообще. Вот интересно. Да. Бульк. Что-то она все-таки дышит. Наверное, запыхалась. То долго ныряла, а сейчас вообще просто раз. Наверное, устала. Ну ладно. Вот такая. Найти черепаху.